2000 домов в городе отключат от горячей воды, клещи кусают все чаще, и очередная необычная находка при раскопках кировских коммунальщиков. Подробности далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». С 15 июня в Кирове от горячей воды будут отключены больше 500 домов. На участках пройдут гидравлические испытания. На этой неделе в зону проверки сетей попадут дома на улицах Карла Маркса, Грибоедова, Розы Люксембург, Свободы, Милицейской и Дериндяева. Отключение отдельных домов планируется также на Филейке и в районе Лепсе. С начала сезона от укусов клещей пострадали больше 7 тысяч человек. Больше 1500 из них – дети. Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом у взрослых и 17 случаев боррелиозом, в том числе у одного ребенка. С 1 июля из Кирова начнут курсировать поезда в Анапу. В южном направлении они будут отправляться через день по нечетным числам. Стоимость билета в одну сторону составит около 4,5 тысяч рублей. С 14 июня начнут курсировать поезда до Адлера и Кисловодска. Сотрудники КТК при ремонте теплотрассы нашли якорь. Раскопки вели на улице Хлыновской. Необычную находку обнаружили на глубине 2 метра. Опознавательных признаков на якоре нет. Его планируют почистить от ржавчины и покрасить, возможно, передать в музей.